iX55 – абсолютно новый кроссовер класса люкс. Великан не похож на предыдущие модели Hyundai. Это скорее европейский автомобиль со сдержанным классическим дизайном и богатым оснащением. Этот автомобиль, он универсален. Он и для людей с активной, в общем-то, жизненной позицией. Плюс, в общем-то, это автомобиль с уклоном более в премиум бренд. Это автомобиль все-таки уже выше классом, чем обычный кроссовер. Сердце кроссовера – бензиновый V6 мощностью 264 лошадки. Коробка – шестиступенчатый автомат. Полный привод подключается автоматически на сложном грунте или кнопкой на приборной панели. В салоне кожа и полный электропакет. В топовых версиях двухдиновая магнитола с внешним усилителем и сабвуфером. Стоит новинка от 1,5 миллиона рублей. Трудно ожидать от компактного городского авто гоночной прыти, но Hyundai i30 – семейный хэтчбэк с душой спортсмена. С двухлитровым мотором разгон до сотни 9,5 секунд. Отзывчивое рулевое управление, хваткая независимая подвеска и жесткие дисковые тормоза. Даже в базовой версии MP3-магнитола с управлением на руле, кондиционер и комплект подушек безопасности. Машина в комплектации Classic обойдется в 530 тысяч рублей. Новое слово, скажем так, в истории Hyundai. Был задействован исследовательский центр в городе Франкфурт. Более качественные материалы, лучшие комплектации, ну и более интересный дизайн. Новая линейка моделей корейского автогиганта. i значит инновации и интеллект. Официальный дилер Hyundai, компания Reginas, дарит клиентам скидки и бонусы.